И о спорте. Абаканские «Саяны» одержали оглушительную победу. Во второй домашней встрече они буквально раскатали соперников «СКА «Нефтяник-2» из Хабаровска. 8-0. Игра проходила полностью под диктовку хозяев поля. Александр Захваткин забил уже на 14-й минуте. А затем голы полетели в ворота хабаровчан один за другим. Захваткин отличился еще раз. Дубль оформил и Федор Розвязев. «Саяны» после этой победы упрочили свое турнирное положение. С 12 очками после 6 встреч они пока вторые. Но у нашей команды самая лучшая разность – забитых и пропущенных голов, плюс 16. Впереди серия домашних игр. Очередные пройдут 13 и 14 декабря с Востоком из Арсеньева. Напомним, вход на трибуны свободный.